Запорожский национальный университет, ЗНТУ, Инженерная академия и ЗИЭИД студентам этих вузов посчастливилось пройти стажировку в главном госучреждении города. 5 месяцев с апреля по октябрь они работали в мэрии. Здесь они наблюдали за работой специалистов, учились новому и даже вносили свои предложения. И сегодня вместе с мэром города Евгением Карташовым были подведены результаты. Потому что динамика развития нашего общества такова, что требует как можно большего приближения молодых кадров к тем важнейшим вопросам государственного строительства, строительства местного самоуправления, требует свежих мыслей, требует неординарных подходов к реализации тех или других вопросов. Проект «Студенты для органов местного самоуправления» проводится во многих городах Украины. Для участия в нем на конкурсной основе отбирают 6 претендентов, которые потом и проходят стажировку в постоянных комиссиях горисполкома. Студентка ЗНУ Инна Деревинская учится на биологическом факультете. Она одна из немногих, кто прошел конкурсный отбор. Инна стажировалась в комиссии по экологии. Я присутствовала на всех совещаниях, обсуждениях. Там обсуждалось много различных проблем, которые именно связаны с экологией города. Было очень интересно узнать, как все это обсуждается, какие находятся компромиссы. То есть было очень интересно. И за результатами я поняла, ну, то есть, что нам еще надо чему учиться и у кого учиться. По словам Инны, именно после стажировки в горисполкоме она поняла, что хочет работать в государственных структурах. За 6 лет работы проекта в нашем городе уже есть значительные результаты, отметил сегодня председатель комитета по делам семьи и молодежи Игорь Филипенко. По его словам, некоторые практиканты после прохождения стажировки даже занимали ответственные должности. Как показатель результативности программы можем сказать, что некоторые из них работали в органах местного самоуправления, скажем, у нас стажировки. Работал замначальника управления по делам семьи, молодежи и спорта в облгосадминистрации. Были студенты, стажеры, которые работали помощниками депутатов городского совета. То есть это реально конкретные примеры, я думаю, вот прохождение стажировки, участие в этом проекте. Сегодня всем стажерам выдали сертификаты, а также Евгений Карташов предложил студентам написать заявление, в котором бы они отметили, где и с кем хотели бы работать. Кстати, те студенты, которые стажировались в горисполкоме, занесены в кадровый резерв.